По мере того, как Запад, вот такой, я бы сказал, в бессильной злобе, что ли, или в желании максимально усугубить ситуацию, накачивает Украину все более дальнобойным оружием, эти хаймарсы вроде там уже Резников, или кто-то у них хвалится, что уже 300-километровые боеприпасы они получили. Ну, значит, задачи географические будут отодвигаться от нынешней линии еще дальше. Потому что мы не можем допустить, чтобы на той части Украины, которую будет контролировать Зеленский там, или кто его заменит, находилось оружие, которое будет представлять прямую угрозу нашей территории. И территории тех республик, которые объявили о своей независимости, и тех, которые хотят свое будущее определить самостоятельно.